На протяжении года автономная некоммерческая организация «Подари жизнь» совместно с ветеринарной клиникой «Свой доктор» реализует проект «Центр бесплатной стерилизации и спасения». Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Владельцы кошек и собак могут бесплатно стерилизовать и кастрировать своих питомцев. Такой возможностью могут воспользоваться несколько категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи участников СВО. Сейчас, на данный момент, уже мы выполнили свою квоту, то есть по проекту заявлена стерилизация 50 собак и 350 кошек. Но поскольку данная услуга пользуется огромной популярностью, ну это, собственно, понятно, потому что далеко не все пенсионеры или инвалиды могут найти деньги на стерилизацию, особенно собак, она гораздо дороже, чем у кошек, а здесь возможно сделать это бесплатно. Оно «Подари жизнь» уже вышло за рамки квоты. Прооперировали более 60 собак и 380 кошек. Благодаря фонду президентских грантов клиника приобрела специальное оборудование, которое снижает риски при проведении операций. Это и мониторы, и пульсоксиметры, и другая необходимая аппаратура. Каждое животное проходит предоперационный осмотр. Помимо самой стерилизации, ветеринарная клиника оказывает предоперационное обследование животного, куда входит общий анализ крови, ЭКГ и УЗИ. И именно по его результатам ветеринарный врач дает допуск на операцию животного, либо направляет на дополнительное обследование, если есть какие-то показатели, которые не дают прооперировать животное прямо сейчас. Проект реализуют в клинике не впервые. Раньше на средства гранта только стерилизовали кошек. Теперь ветеринары проводят и кастрацию. И еще включили в проект собак. Когда вы обращаетесь на горячую линию, то нужно иметь, и приходите уже на операцию, то нужно при себе иметь удостоверяющие документы. То есть это либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение по инвалидности, либо многодетные, либо как раз участники СВО. Вот. И уже по ним вас записывают и принимают. Также оно «Подари жизнь» оказывает бесплатные ветеринарные услуги для животных, малообеспеченных граждан или для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Проект «Центр бесплатной стерилизации и спасения» продлен до конца апреля. В клинике «Свой доктор» работает горячая линия. Консультация и запись по телефону 3-79-01. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.